Привет, ребята! Привет! Привет! Марсель, почему ты сегодня не в настроении? Что с тобой случилось? Я обиделся на своего друга Яшу. Он отобрал у меня игрушку и своими не захотел делиться, вот. Марсель, у меня была такая же ситуация, тебе просто надо простить Яшу. Все верно, Тёма. Да, Марсель, Яша, конечно, поступил нехорошо, но ведь ты обиделся на него и допустил грех в сердце. Давай почитаем, что говорит об этом Библия. Я предлагаю открыть Колоссянам 3 главу 13 стих. «Переносите терпеливо друг друга и прощайте, если кто-то на кого-то в обиде. Как Господь простил вас, так и вы прощайте». Марсель, можно я помолюсь за тебя? Господь, благослови Марселя, чтобы он простил Яшу, чтобы все было хорошо. Аминь. О, знаете, а мне стало легче. Как здорово, Марсель! Я предлагаю с таким же хорошим настроением прямо сейчас со всеми ребятами сделать зарядку. Просыпайся, мой дружочек, настал новый день. Будем славить мы Иисуса, о да, каждый день. Будем ручками мы хлопать, будем ножками мы топать, ведь нам совсем не лень. Прославим Бога, аллилуйя, мы будем петь Ему, аллилуйя, мы будем петь Ему. Будем ручками мы хлопать, будем ножками мы топать, ведь нам совсем не лень славить Бога каждый день. Просыпайся, мой дружочек, настал новый день. Будем славить мы Иисуса, о да, каждый день. Будем ручками мы хлопать, будем ножками мы топать, ведь нам совсем не лень. Прославим Бога, аллилуйя, мы будем петь Ему, аллилуйя, мы будем петь Ему. Будем ручками мы хлопать, будем ножками мы топать, ведь нам совсем не лень. Прославим Бога, аллилуйя, мы будем петь Ему, аллилуйя, мы будем петь Ему. Будем ручками мы хлопать, будем ножками мы топать, ведь нам совсем не лень славить Бога каждый день. Марсель, ты такой молодец, что простил Яшу. Мне кажется, что на самом деле Яша сейчас тоже очень сильно переживает, ведь он скучает по своему другу. Поэтому это действительно было важное решение – простить его в своем сердце. Да, мне даже захотелось сделать что-то такое, знаете, приятное. Давайте сделаем Яше подарок – примирительную открытку. Отличная идея! Ну что, дорогие мои, давайте поможем Марселю сделать примирительную открытку, чтобы подарить своему другу. Для этого нам понадобится цветной картон, цветная бумага, ножницы, клей и разноцветные пуговички. Итак, начнем нашу поделку с того, что возьмем картон абсолютно любого цвета, у нас будет голубой, и свернем его пополам. Артем, сверни его пополам. А затем найдем бумагу красного цвета, и наша задача сделать сердечко. Итак, чтобы сделать сердечко, сверните пополам вашу бумагу, затем нарисуйте контуры сердца, но только с одной стороны. И затем вы просто его вырезаете. Итак, открывай, что получилось? Сердце. Сердце. Покажи, какое красивое сердечко. Получилось? Затем мы сделаем так, чтобы когда мы открывали открытку, наше сердечко становилось объемным. Для этого мы берем сердце и вклеиваем его не просто вот так посерединке, а как бы слегка
поближе к краю, чтобы когда вы развернете его, оно буквально как будто бы выбилось к вам навстречу. Берем клей и мажем края нашего сердечка, а затем аккуратно приклеиваем. Итак, мы наклеили сердечко. Посмотрите, здесь оставили место для того, чтобы туда что-нибудь положить. Можно положить конфетку маленькую, можно сделать из бумажки цветочек, какой-то маленький приятный сюрприз, а можно какие-нибудь красивые наклейки, либо календарик. А затем, друзья, мы возьмем с вами нашу шкатулочку. Что это? Пуговички. Пуговки. Итак, Анна Мариша, выбери, пожалуйста, только круглые пуговички. И здесь, на открыточке, мы с вами сделаем крест, чтобы мы помнили, что дружба дана нам Господом, и нам важно беречь ее и любить друг друга. Что будешь делать? Анна Мариша, нашла пуговички? Думаю, этого будет достаточно. Так. Итак, сейчас мы делаем буквально капельку клея, маленькую-маленькую, как горошинка. И приклеиваем пуговичку с другой стороны, чтобы было видно красивый узор. И придавливаем сверху. И затем делаем контур. Итак, примирительная открытка для друга Марселя готова. Мне кажется, твоему другу Яше понравится. И вы сможете с ним вместе почитать Библию и поговорить об этом. Да, точно! Дорогие наши друзья, любите, прощайте друг друга, и Бог вас очень сильно благословит. И всем с добрым утром!